Под Горловкой ополченцы обстреляли украинский самолет. Су-25 получил значительные повреждения. Что стало со штурмовиком и его экипажем, сейчас выясняется. Как сообщили в штабе самообороны, штурмовик Су-27 собирался бомбить комиссариат ДНР. Во время виража ополченцы открыли по нему зенитный огонь. Пилот не смог выполнить прицельное бомбометание, и снаряд упал на пустыре. Самолет зацепили, после этого он начал снижаться и взорвался.